Ну, мы каждый день у нас есть молитва за Украину, за людей, за воинов и так дальше. И вот перед самым Новым годом у нас была молитва, и каждому дается направление, что ты будешь там молиться за президента, за правительство, за военные силы, за исцеление и так дальше. И вот я говорю Надежде, она была, что помолись, пожалуйста, за освобождение пленных. Она так улыбнулась, это же перед Новым годом, перед самым Новым годом, и она сказала, хорошо, я помолюсь. Бог, все чудеса случаются, Бог милости. Я не знал до 4 января, я не знал, что перед самым Новым годом было освобождение пленных, и были освобождены 100 человек. Вот насколько Бог слышит молитвы и отвечает на эти молитвы. Спасибо.